сколько весят твои наушники, блядь, Ваня, что ты устал, нахуй, вот так вот сидеть. Ой, да моя рука натренирована. Ладно. Не хочу знать, как ты ее натренировал. Пока не а надо об этом вес рассказать. Моей гантели весит 8 килограмм. Ебать, у тебя здоровенная гантеля! 8 килограмм? Да. И ты накачал своей 8-килограммовой здоровенной гантелей свою правую руку? Да. А что? Ты меня впечатлил. Я заинтересовался в твоей гантели. Я действительно заинтересовался в твоей гантели. И думаю, что не только я. Я думаю, что девочки, многие, сидящие на этой трансляции, тоже заинтересованы в твоей 8-килограммовой гантели. Хочешь показать? Ой, покажу. Покажи. Сейчас через 4 минуты вернусь. 4 минуты ты будешь свою гантелю настропаливать? Ой, 2 минуты. Давай. Да уж, Ванёк. О, у него подмышка не бритая, волосатая. Просто именно... Привет, Ваня. Просто именно там... Что он делает? Куда он спустился под стол? Ты что делаешь, Ваня? Ваня, блядь, что ты... Что за хуйня, Ваня, блядь? Ваня, что ты делаешь под столом у меня? А, все, ты,